Американская технологическая компания Bitfury Group заключила партнерство с компанией InSilico Medicine, балтиморской медицинской компанией, специализирующейся на искусственном интеллекте. Как сообщает New York Times, основатель и генеральный директор Bitfury Group Валерий Вавилов заявил, что компании планируют создать новые приложения для сферы здравоохранения, основанные на решениях блокчейн и искусственного интеллекта. Искусственный интеллект в здравоохранении использует алгоритмы и программное обеспечение, имитирующее человеческие способности при анализе сложных медицинских данных. Гендиректор Bitfury отметил, что обе компании будут использовать блокчейн-платформу Bitfury Exonum для хранения и обеспечения безопасности данных в системе.